Дело в том, что помимо нашего дня рождения сегодняшнего, в этом году осенью, уже совсем скоро будет день рождения у Славы Бутусова, ему исполняется полтинник. Это первый повод исполнить эту песню. Второй повод, что нам эта песня просто нравится, мы и в-третьих, что мне кажется, что эта песня становится снова абсолютно актуальна, потому что мы с вами абсолютно, вот мы в этом городе видим, как люди там в Москве на телеэкранах пытаются белое сделать черным. Очень нуждается в нашей поддержке. Да. Мы это понимаем, что так и Женя сегодня вместе с своими детьми со всеми здесь у нас в зале. Совсем недавно времени это был кремлевский номер, а теперь нет, обратно подъездный. Да, обратно наши песни, да. Нам совершенно не нравятся те кегли и мегли. Вообще печально, конечно, жить в стране идиотов. Причем идиотами делают нас.
Спасибо огромное. На самом деле, я думаю, что и Женя, и весь подбор без наркотиков очень нуждается в нашей поддержке. Да. Мы-то понимаем, что так. И Женя сегодня вместе со своими детьми со всеми здесь у нас в зале. Совсем недавно времени это был кремлевский номер, а теперь нет, обратно подъездный. Да, обратно наши песни, да. Нам совершенно не нравятся те кегли и мегли. Вообще печально, конечно, жить в стране идиотов, причем идиотами делают нас.